Да поможет нам Господь в наступившем лете Его благости преодолеть опасный вирус, укрепить здравие телесное и душевное, восстановить жизнь нашего народа и жизнь нашего государства, чтобы только в памяти остался тяжелый год испытаний, как давший нам очень непростой, но по всей вероятности нужный урок. И остается только надеяться, что мы с вами этот урок осознали и сделаем из всего того, что с нами произошло и происходит, те выводы, которые помогут нам устроять и внешнюю жизнь, и стяжать внутреннее благополучие. Я сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Христово Рождество си тебе, обручению бывшей матери Его Марии Иосиф, и Иосифе, сыне Давидов, не убойся приятия Мариам, жены твоя, да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим, се дева во чреве.